Традиционный последний звонок прозвучал сегодня во всех школах республики. 136 тысяч казахстанских школьников покидают Альма-Матер в этом году. В топ-3 регионов с самым большим числом выпускников вошли Южный Казахстан, Алматинская область и город Алматы. По данным Министерства образования и науки республики, на аттестат особого образца Алтын Белгі претендуют более 6 тысяч человек.